Следующая пара во втором среднем весе. В синий угол ринга приглашается спортсмен из Узбекистана Акмалхон Джамалхонов. Его соперник в красный угол ринга приглашается представитель спортивной федерации бокса Санкт-Петербурга. Санкт-Петербург, Россия. Мурат Рамазанов. Представляем спортсменов. Спортсмен синего угла ринга. Ему 23 года. На профессиональном ринге провел 3 боя. 2 победы, 1 ничья. Из Узбекистана Акмалхон Джамалхонов. Спортсмен красного угла ринга. Спортсмену 24 года. На профессиональном ринге провел 1 бой. Одержал победу. Представитель спортивной федерации бокса Санкт-Петербурга, Россия, Мурат Рамазанов. Рефери в ринге Александр Артемьев. Команды. Будьте внимательны. Желаю удачи.
второй раунд. Yes.
Уважаемые дамы и господа, единогласным решением судей в этом поединке победу одержал спортсмен из красного угла ринга Мурат Рамазанов, представитель спортивной федерации бокса Санкт-Петербурга, Россия!